Здравствуйте, друзья мои. Меня зовут Наталья Нуждаева. Я участвую в марафоне блогера уже несколько туров. Мне очень нравится это движение. Это не только продвижение блогов, но и новое знакомство с блогами и их авторами. Совсем недавно закончился 8-й тур марафона блогера. Но я с удовольствием посещаю блоги марафонцев. Не за горами 9-й тур марафона блогеров. Тема публикации известна. Это дети, детство и 1 сентября. Я вас приглашаю принять участие в 9-м туре марафона блогеров. Я вас уверяю, будет интересно и познавательно. Друзья мои, 31 августа отмечается День блога. В этот день блогеры всего мира публикуют ссылки на блоги, которые им понравились. Давайте поддержим своих коллег-блогеров и это движение. Удачи вам, друзья мои, с искренним уважением, Наталья Нуждаева. Доброго времени суток, коллеги-блогеры. Приветствую вас, уважаемые друзья-марафонцы. Все вы, конечно, знаете, что 14 июня все прогрессивное человечество нашей Земли отмечает День блогера. Но это не единственный день, который имеет отношение к блогосфере. Очень скоро, 31 августа, я приглашаю вас присоединиться к празднованию Дня блога. Или, как по-английски звучит, Blog Day. Что такое Blog Day? Идея Blog Day состоит в том, чтобы блогеры самых разных стран обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было бы посвятить знакомству со своими коллегами из других стран, с другими интересами, и также рассказать друг о друге своим читателям. Что происходит в этот день? 31 августа блогеры со всего света будут публиковать у себя в блогах ссылки на 5 новых других блогов, предпочтительно таких, которые сильно отличаются от их собственной культуры, области и точки зрения. А читатели своих блогов будут открывать для себя новые блоги, праздновать знакомство с новыми людьми и просто блогерами. Что нужно сделать для этого? Надо найти 5 интересных блогов, о которых мы не знали раньше. Желательно оповестить авторов, что вы выбрали их блоги для упоминания в День блога. И написать в своем статье краткий обзор для каждого из блогов, указывая при этом прямые ссылки. Эту запись мы публикуем в Blog Day 31 августа. А кроме того, это отличная возможность для того, чтобы на нашем с вами марафоне блогеров узнало как можно больше новых людей, новых блогеров. Спасибо за внимание. С вами был Евгений Лясов.